Почти 100 тысяч рублей составляет средний банковский вклад жителя Башкортостана. Причем за три года он вырос на 25%. Данные приводит агентство РИА Рейтинг. Так, среди регионов Башкортостан занял 58-ю строчку в рейтинге. В лидерах Москва и Санкт-Петербург. Там средний банковский вклад составляет 800 тысяч и 420 тысяч рублей соответственно. По мнению экспертов, это объясняется высоким уровнем доходов и концентрацией сфер богатых граждан в российских столицах. В Самарской области Татарстан заняли 13-ю и 20-ю строчки с вкладами почти в 180 тысяч и 156 тысяч рублей. Таким образом, средние суммы депозитов в регионах у граждан существенно разнятся, причем в Башкортостане, как считают аналитики, активно наблюдается тенденция обеления доходов. Вы, если посмотрите Башкирию, у нас данные по собираемости налогов за последнее время отражают очень эффективную работу именно в этом направлении налоговой службы. К примеру, в 2017 году собрали на 20-25% больше налогов при стагнирующей экономике, чем в 2016 году, и в 2018 собрали там 19% больше. Что говорит о том, что за два года уровень долговой налоговой нагрузки вырос практически в полтора раза. Это происходит только за счет, отчасти легкой оптимизации там работы с налоговым имуществом, но в значительной степени это происходит за счет обеления бизнеса. По прогнозам экономистов, увеличение размера банковских вкладов в будущем у населения будет незначительным в связи с низким ростом доходов.